День первый. Привет! Ладно, поехали. Еду в Милан. Уезжаю в Милан. Удачной мне поездки. Я прилетел в Милан. Все тут задерживались во время своих влогов, да? Ага, точно. Все тут снимали. А потом накладывали субтитры. И тут плашка с субтитрами. Еду на центральный вокзал Милана. Приехал на центральный вокзал Милана. День второй. Первый прием пищи в Милане. Это ведь тоже субтитрами писать, да? А прямо сейчас еду в Венецию. Да, я приехал в Венецию. Сейчас где-то 3 часа, а на улице примерно 28 градусов по Цельсию. Слышал, что в Сеуле дождь, так что я рад, что уехал оттуда. Венеция выглядит точь-в-точь, как на картинках книжки со сказками, которую я читал в детстве. Я так взбудоражен. Мы сойдем на гондольном причале Джилло и распакуем багаж. А потом пойдем на выставку моего любимого художника Юн Хёнкена. Для этого я приехал в Венецию. Словом, буду наслаждаться поездкой. Выставка Юн Хёнкена. Думаю, он намеренно перекрыл тут естественный цвет. И кажется, что здесь естественного цвета больше всего. Потому что он начал чувствовать расслабленность. Мой друг купил мне вот это. В любой ситуации фаворитом остается рамен. День третий. Вечерняя лодочная экскурсия. Собор Святого Марка. И снова рамен. Давай есть. День четвертый. Музыканты в ресторане. Кандинский. Впервые вижу работы Маргарита. Пунта де ла Догана. Я куда-то зашел, и кто-то сказал мне покричать. Забавное место. В аэропорту нет свободных сидений.
приехал в Вену, Австрия. Парк аттракционов Праттер. Пойдем. День пятый. Катаюсь на велосипеде по Вене. Музей Альбертина. День шестой. Дождь начинается внезапно и часто. Еду в Копенгаген. День седьмой. Это вкусно. Ого, какое огромное облако. Красиво. Сейчас я снимаю музыкальное видео. Еду в музей современного искусства Луизиана. Погода подвела. Как сказать, похоже на картину? Потому что не скажешь, что похоже на фотографию. Ходят тут, ходят. Я пришел. Дайте кусочек, пожалуйста. Приятного аппетита. Последний день. О, дождь прекратился, да? Кажется, я не промок под дождем. Поехали сейчас. Мы вернемся на день раньше из-за шторма. Возвращаемся в Корею. Пока, Европа. Я уезжаю. Сколько раз я сказала, что будет плашка? Это собор Святого Марка. Я заснял только, где мы едим рамен. РМ пишет название городов, в которых побывал. Это поезд. Но на него не похоже. Как нарисовать поезд?